крыс выращивают в болотах. Смотрите, как выглядят поля риса. Вот рис выращивают в болотах. Вот посмотрите, вон там вот. Вообще, проезжаем, очень интересно, сельскохозяйство. Вот рис. Смотрите, как растет рис. Это уже второй урожай. Все, буду показывать теперь, как выглядит юг Китая. Вот я еду на сане по делам, по своим документам. И вот по дороге могу показать, как выглядит. Даже проехала ферму, где вот очень много. Я не думала, что у них так развита крупнорогатый скот. У них, о, я увидела очень-очень целое поле коров. Копытный крупнорогатый скот. Так. Ну вот, я никогда не видела сельские местности. Вот я, для меня это тоже что-то новое, какое-то новое открытие. Буду смотреть, снимать для вас. Поле кукурузы там. Я проехала, к сожалению, не смогла включить эфир. Я проехала поле авокадо и поле папайи. Вот целые поля были. Фуксия здесь, конечно, растет как сорняк. Какая красота! Прям как сорняк растет. Фуксия. Вид цветочка. Нихао, нихао. Но мы, видимо, на станцию какую-то выезжаем уже. Тронушка, мы уже сколько едем? Примерно. Сейчас едем? Мы уже едем, нет? Мы часы у меня на руках, посчитай. Ну да. Сейчас почти три. Не, почти четыре. Здесь 15-й. Заехали, значит, в какой-то город. Здесь, наверное, поезд остановится. О, как интересно. Окей, это интересно, поэтому я поднимаю себе камеру, пообщаемся, а когда уж поедем и что-то интересное мне покажут, может быть, что-то интересное по дороге, я буду поворачивать камеру. Все, давайте общаться. Hey, hello. Так, давайте задавайте вопросы, давайте проведем этот эфир. Погнали, вопрос-ответ. Otherwise, я не настроена на монолог. Хочется пообщаться. Утомила меня дорога. Немножко. Дорога. 你好，我是二十一的。对啊。你们做那个。
Так, 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 так. Давайте, вопрос-ответ, мои дорогие. Так. Иначе я просто буду выставлять сторисы, потому что я не настроена вести монолог сегодня. Я хочу вести диалог с вами, общаться. Пообщаться, пообщаться. Марина Марин. Марина Марин. Добро, добро. Все, давайте. Мариша, вы... Мариша, как рада видеть тебя. Я тоже, моя Ренаточка, спасибо. Еду, еду, еду. По делам, ты знаешь, по каким я тебе рассказывала. Но сегодня у нас не получилось. И мы решили махнуть с Петровнушкой на Мадя. Едем на Хайнань, в Санью. Прогревушки свои больные. Слышите меня, нет? Благословенного дня, кто заходит, мы уже сочимся. Что-то у всех вопросы закончились, я так погляжу. Я ровно час осталось ехать, и я буду в самом шикарном городе Китая. Называется Саньян. Обожаю этот город. Просто сейчас выбираем с Петровной на какой. Вот там есть разные бухты, разные пляжи. На какую поехать. Есть какой Феникс, как называется вот этот вот Феникс. Еще очень много интересных пляжей там, конечно. Куда в Россию летите? Да, футболки в России. В Москву решила полететь. Что-то на поезде едем, до Москвы как раз хватит сидячий вагон, нормально. Вчера только на лодке плыли, да? Вчера только на лодке. Сейчас в сидячем вагоне до Москвы, да? Поезда высадили нас, дали нам лодку, весла, рулики. Смотри, мой, или что это? Нет, вот это и есть. Поля, огород. Да, поля парников. Тут это вообще, конечно, вот таких мы прошли километры, просто километры. Я уже засняла, я выставлю в Инстаграме. Я уже выставила. Ты уже выставила? Да, свою.
Донхай центр и море спокойнее. Вот, кто-то советует нам до Донхай. До Донхай, там море не такое. Хорошее? Там мы будем везде. Чемоданы кататься. Одного района, другой район. Там поспали на пляже, туда пошли. Скажи, чем нам отели? Всем привет. Как-то я сейчас... Бухта дракона. Так давно вас не видела, мои друзья. Я, конечно, редко выхожу, но и... Широтон, и там и этот Кемпинский, что там, в Кемпинском я жила. В Кемпинском я жила в сентябре. Но сказать, что море было спокойно, я тоже не могу. Я сейчас вам покажу. Вот это вот парники. Посмотрите. Вот километры. Мы проезжаем вот эти... говорила, но ты говоришь, что там волны. Я лунвей.
Саня Ван. Саня Ван. Наша Петровна там жила, сколько, 8 лет, да? 7. А, 7 лет там жила, и она очень хорошо знает Сами. Поэтому я доверилась ей. Куда она, туда и я. А не наоборот, да? Не наоборот. И только все разговоры, а бой, да, бой. Она бы покой. Чтобы солнце не видеть, море не видели. Я ее взбаламутила, мы приехали в Хайкоу, и мы должны были там остаться вообще-то, ну потому что завтра миграционная не работает, послезавтра тоже. Я говорю, нет, хочу на море. Да, на море. Да, на море это не замуж, пусть они выскочишь. Короче, тронушку баламутила я, баламутила. У нас еще каникулы, да, у меня до 14-го, но у меня не получается вовремя уехать там, потом из-за моих документальных дел. Короче, я не смогу 14-го выйти в школу. Но меня это не расстраивает. Это не расстраивает нисколько. Верю, что все содействует во благо, да. Всем доброго дня, привет, привет, привет всем. Звук. Так. Вы с кем? Русская речь. Нет, Зора осталась в Тай. В этом Куйчжоу, Зора Куйчжоу. Я вчера уехала с Куйчжоу в Гуанчжоу, домой забежала, поставила свой чемодан, взяла другой маленький чемоданчик и с Петровной побежали на поезд. Вот, моя Петровна, что? Всем привет, мы здесь. Любите и жалуйте, пожалуйста. Жалуйте. Будьте добры. Так, надо съездить. Сколько по времени ехать до Сани? Ну, на поезде 2,5 часа. Да. На поезде 2,5. Ну, примерно просто, да. Мы скоро уже доезжаем. У нас не скоро. Так, 15:43 мы приедем. Да. У нас осталось 1 час и 17 минут. Да? 2 часа 17 минут. Чтобы посмотреть на красоту, которая располагается. Да. Вокруг нас. Да. Это не море, это пленка вокруг нас. Молодцы, что мы видим. Работать и отдыхать. Приятного отдыха. Спасибо вам. Это что, выходные работает? А? То, что выходные работает. Ну да. Отдыхать, только отдыхать. Только отдыхать, только отдыхать. Даша не отвечает? А мне этот отель ответил, кстати. Я сейчас посмотрю, какой, что они ответили. Ну, который вот, куда мы хотим пойти. А, в WeChat? Да. Сейчас посмотрю. Приедем, доедем просто. Короче, по ходовой. Сейчас тепло, можно и побичевать немного. Петровна, ты шутишь. Я не согласна. Это, мне кажется, это поля рисовые. Да, рисовые поля, да. С водой рисовые. Да. Это уже второй урожай. Первый они уже сняли. Thank you.
Алло, здравствуйте, добрый день. Это вас беспокоит поезд Хайко Санья. Поезд Хайко Санья. Не, мы в Хайко приехали. А что нам 14 числа она сказала, отдыхайте. А Розмари, она взяла купальник с собой, представляешь? А меня в известности поставили. А я даже об этом не подумала, что можно взять. Я вообще на один день. Я на море-то не ехала, Света, я ехала за визой. У нас жарко, 34 градуса. Ну ничего, че. Ну поедем сейчас на Санью. Едем на Санью. 14-го прямиком с Аней поедем туда, на то место. А чем нам Хайко, а? А так же ехать, утром сядем, рано утром сядем и сядем. На поезд сели, да доехали. Да, солнце тепло, но... Следите за нашим инстаграмом. Да не говори, Света, вообще. Я же говорю, папа что-то приготовил для меня лучше. Прощаться буду, прощаться. Мне бы мотобайчик найти. Погонять. Да должна быть при отеле, ну Таша говорит, при отеле можно, а мы уже в космос поедем. Так, у меня вообще никто ничего не спрашивает, мне кажется, нету. А, нету. Связи нет. А, вообще девочка там одна была, надо посмотреть контакт. Уж с ней встретиться с Яной. Мы не знаем, куда мы едем. Мы на Санья едем, сейчас приедем. Отель у нас есть в Костал? Сняли какой-то? Снимем его. Без понятия, где он. Нет, мы будем смотреть. Мы пока еще ничего не оплатили. Мы ничего не платили, мы ничего не снимали. Мы поедем его глянем. И все. Главное, чтобы был хороший бич. Понимаешь, бич. И пляж нужен. Ты пешком бич. Будешь ходить до своего бича. Нет, я сказала, я говорю, пресвятеля-то возьми с собой. Она подумала о купальнике и взяла, прикинь, как мозг у человека работает правильно. Ну она-то и собиралась, она моя, я-то не собиралась. Нет, а я собиралась от чего? Ты сказала, все, берем труселя и едем. И я думала, ну что же об этом говорить, наверное, она имеет в виду купальники. Я взяла купальники. Сауна Хайкоу есть. Хайко, столица Хайнаня. Да, но мы туда уже не попадаем. Но мы найдем сауну в том городе, куда мы едем, в другой, потом, после Хайна, после Санья. Не, на Санья только спа. Ну, можно пойти туда в спа, да, чтобы мне массаж сделали. Маслом хочу, маслом. Все, пойдем в спа, я знаю очень хороший спа. Сегодня Петровне приснилось это. А слушай, мне сон такой приснился. Мы вышли из поезда, я смотрю. А? Ты так слушай, что перебиваешь? Нет, такой сон не спился. Нет, мы не знаем, куда едем. Мы едем на Санья, но мы выбираем отель. И мы то, что мы находим, Петровне, то, что Петровне по цене подходит. Там мне не нравится этот пилон. Пляж. Для меня пляж важно, очень важно. Всего два дня, я могу позволить. Я еду на море. По шоколаде за два дня-то. Ты вот сейчас будешь обратно езжать, я на море. Я говорю, да, ничего уже. И я просыпаюсь, и ее и сразу рассказываю. И мы едем на море. Да, я плакала, главное, я шла, спускалась вниз, поднималась по лестнице.
Плакать-то хорошо во сне, плакать-то хорошо. Я помню, что ты говорила, что Господь что-то приготовил для меня хорошее. Доброе утро, рада. Короче, Луиза мне пишет. Типа, инспекция, ну, садик, говорит, что там инспекция ходит, очень приятно. Нужен учитель с рабочей визой. Спасибо. Я звоню, делает эту рабочую визу. Нет, это она мне пишет. Ну вот, они нашли учителя с рабочей визой, типа. Я тебе найду другую работу. Я такая сижу, как папа, не поняла я. А как так? А что, все было хорошо? А я и такая, да и ладно, я говорю, папа, ты все равно лучше приготовишь на меня. Вот. И даже вообще не паришься. Ну, написала Руби. Я тоже об этом мечтаю. Руби, что вот это? Что вы там, учителя нашли? Она говорит, нет. А ты что, на работу не собираешься, типа, выходить? Я говорю, да нет, что-то. Я вот визу делаю, все, это, ну, рабочку типа. Она говорит, а все, я в офисе больше не буду работать, я пойду, ну, учить. Хорошо, учителя. Отдохну душевно, морально и физически. Да, ну, ладно, на самом деле очень постараюсь эти два дня максимально использовать для всего. Ну, там очень много национальных крутых парков. Ну не босс, а Руби. А Руби она в курсе. Просто ей мне сестра сказала, что она пойдет вот. Пройдемся. Ну, хотя мне она напрямую не сказала, что сделаем вам работаешь, ты не крутой. Сторис. Ну, так. Запишу вам эфиры. А, я не парюсь, Лиза там что-то выпить, поймут. Я такая села, думаю, ну ладно, опять пойду трудиться в. Как бы своими руками, да, его, ну, Ольга будет, да, еще кто-нибудь. Мы не летим, мы на поезды едем. Тут в одной провинции. Не, Сайков, не меньше, меньше, а, ну, запрещают по законодательству. Так, вот ты хочешь... Да. Тра-та-та, тра-та-та. Привет от меня ей большой. Ага. Скажи ей. Тебе тоже привет уже. Да, в Индонезию не смогли, Светочка, к тебе прийти, но на санья мы махнули. Ну чё? Приехать. Мы еще грянем. Но. К вам. Тра-та-та. Так важно. Мы будем в Новый год, мы сейчас, да, ну, можем жить. А какие там законы, я не знаю. Слушай, ну, слава Богу, этот активировался, да, Торрес? Ну, хотя пускай там по копейке, пускай день чокает, да? А потом как выводить деньги? А в крипту, вот ты разбираешься, пошла учиться. Что с криптой? Где? Они опять приумывала его в крипте. Не знаю. Нет, там ни пяти ни при чем, мне кажется, нет. Там гулянки проблема. Я надеюсь. Так. Я надеюсь, что Валера гулять не будет. Но с Бетти видеться будет. Я надеюсь, что из-за Бетти они истерики закатывать не будут. Господь усмотрит. Слушай, это, а вот этот наш
реклама вот эта. Так. Тоже пока тишина, да? Да, спорно. Потому что я вот не понимаю, как отца, она очень любит своего отца. И Аня прекрасно знала, что у него есть дочь. У него есть дочь. Которая спрашивает. Его любит тоже. И у нас генетика другая. У нас не так, чтобы ей вот так вот просто забывать. Алло. Немножко не учла, если она на это рассчитывала. Валера перестанет, на самом деле, гнев. В этом именно проблема. Ее не обвиняю, потому что я... Свет, мне кажется, это конкуренция большая просто. Или такие... Ну а как, почему вот такой вот ступор стоит? Ну вот. Ну, а мы же... При чем тут крипта? Ну, это крипта, а это что за монета другая? Крауда каких-то. Значит, вложили не туда. А, ну понятно. Если потерпеть, они могут вырасти, эти крауды. Просто они терпеть не хотят. Самолет? Нет, я в поезде. Сам Валера сторис говорил, что Аня ревнует. Очень правильно. Как я могу, как вот можно ревновать отца к ребенку своему? Шикарно. Не, ну то, что скачки были, тут еще из-за войны. Как можно Аню ревновать к Давиду? Как можно Валеру ревновать к Давиду? Или как можно ревновать Валеру к Бете? Вообще. Я Facebook, в Инстаграме все есть. Очень не по-человечески. Ну правда. Я сейчас тебе поняла, давай, все, давай, я сейчас скину в WhatsApp просто прямой эфир. Привет, вам моя? Да, она в прямом эфире. Сидит коляка и прям. Ольга, как ты? Привет, Майами, привет! Я мечтаю, когда приеду в Майами. Ну что, Светочка, придется мне идти. Взять мой портрет и пойти в ресторан. Я не знаю, что же ты не сорганизовала. Валера очень много крови намешана, там и азербайджанские, и русские, и еврейские. Дедушка русский, бабушка азербайджанка. Бабушка Зефира азербайджанка, а она вышла замуж за русского человека. А мама Валера вышла замуж за еврея. Приезжайте, я даже сейчас заскрыны. А, мы куда-то в тоннель. А, вот так вот. И
привет, hello. Привет. Все покажу, все. Так, ты давай, девочкам меня пока Майами привет. Уже пригласили, теперь я уже с тобой не еду на Хайна, я уже ничего понял. С песней, ну что тебе не мешает, езжай. Там на этом поезде чехли как раз домой есть, здесь выйдешь, сейчас водку возьмешь, весла закинешь и поплыла. До Майами. До Майами, а что? А я не шучу, нет. Да что берешь с собаки? 100 это поехало. О, вот это что подвесили? Что-то подвесили. Когда приедете? Ну, это после того, как уеду в Россию. Когда ты будешь уехать? Да, да, да. Что-то подвесили. Да, да, да. Столько свободно. Да. Все будет хорошо, если это просто вредность, она прекрасно знает, что это с камерой не сидит, когда не будет. Этого невозможно, то есть быть не может. А вот. Пускай сказать ей уверенности в себе, чтобы об этом не думать. Если это только эта причина, то этого она очень и даже очень зря боится. Но люди, с которым она обращается, могут ее пугать, конечно, чтобы деньги с нее сосать. Я этих людей хорошо знаю, куда она обращается, к тому же. Вода вот как будто настолько блестит, как будто море там блестят там. Чё, пойдёшь? Хотели бы, чтобы опять были вместе, которые говорят, нет, я это, такие вещи не решаю. Даже отвечать на такую глупость не буду. Это кто я такая, чтобы хотеть или не хотеть? Это вообще кто я вообще? Как я могу это решать? Я кто? Я кто вообще решать судьбу Саты или Валеры? Ну, я 100% уверена, что это невозможно, потому что там ничего нет, ничего, кроме ребенка, не связывает абсолютно. Абсолютно. Но делает с своей стороны, ведет себя очень по-человечески по отношению к ребенку. Она со своей стороны, и у них какие-то родственные отношения, они, в принципе, оказались родственниками и забыли. Вот и все. Это, конечно, нашему народу чувства, такие правильные понятия, так нельзя, у нас надо быть злыми, ревновать надо, ненавидеть надо. Вот это неправильно, на самом деле. Ты там читаешь все равно. Едем на саня с кромочкой. Так, папа приносит. Так, папа так и будет. Молодцы. Другие его приносят. Папа мой.
солдат на него тянет. Ладно, я выйду сюда, господа, когда приеду в назначенный город, я зайду, покажу красоту эту, когда уже определимся, где, в каком районе мы будем.